Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Мы задержаны за совершение противоправных действий, в котором находится... Сидеть! Предупреждаем. А вы знакомы с этим человеком? Да. Кто это? Я не знаю имени, он приезжал к нам на Юнону. Юнон — это что такое? Это ярмарка Юнона на маршал Казакова 35. Я там работаю продавцом. Продавцом чего? Телефоны, планшеты, ремонтник. Так, какого числа мы с ним познакомились? Примерно 17, 18, 19 марта, в середине марта. Так, и при каких обстоятельствах? Мужчина искал базы данных по гражданам Российской Федерации. Вот, и мой коллега, и вместе со мной заинтересовались и хотели продать их этому мужчине. Какие базы? Интересовали, по моей памяти, это были жилищные прописки, по машинам, регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел. Вы задержаны за противоправное действие, которое называется шпионаж. Причем с поличным при передаче материала закрытого характера. Уважаемые господа, посмотрите на этого человека. Вы узнаете меня, да? Вашего сотрудника? Да. Это ваш сотрудник. Наш сотрудник. Да, Консул Сосонюк Александр Александрович. Хорошо. Господа, официально сообщаю, что сотрудниками ФСБ России по городу Санкт-Петербурга и городской области Александр Сосонюк был увлечен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. Эти действия консульского служащего никак не обеспечивают своего несоответствия дипломатическому статусу. В этой связи будет сообщено об этом инциденте в МИД России, и МИДом России будут приняты все необходимые меры в соответствии с нормами международного права и практики международной.